А спонсором данного видео является канал Владимир Гриценюк. Песни, стихи, концерты, проповеди, опросы, интервью и мысли самого автора канала вы сможете найти, перейдя по ссылке, которая размещена под видео. Поехали! Ну раз, еще 22. Не надо было называть раньше, что это как бы. Так, последний месяц в этом году в лагере с подростками. И покурил там где-то за это. Я поел семечки. Не, ну, не так, не те. Семечки же нельзя. Сейчас под ключ не сливает. Ну, пришло. Ну, тебе можно, мне кажется, ничего не изменится после этого. Готовы, ребята, да? Расскажи свои истории вот с 90-х, 2000-х. Кто для тебя тогда были вот гуру христианской рок-музыки, просто музыки? Первый, когда я покаялся в ноябре, там, покаялся в 97-м году. И, когда пришел в Победе, это было в Победе в церкви, пришел на молодежку Костя Косячков. Они как раз записывали альбом вот этот «Я живу». И я когда сидел, он играл просто под гитару. И я говорю, ну Курт Кобейн, крутяк. Я все через призму смотрел. И потом весной приехали вторые, я как раз был на костылях, когда приехали дружки с альбомом «Октябрь 10». На костылях я был, конечно, по причине наркозависимости, я сорвался и, ну вы поняли, да, принял в себя этой гадости, и машина переехала по ногам. Я заснул на дороге, машина проехала, и как раз они приехали. Слушай, а ты тогда с Игорем был вместе? Нет, я его тогда не знал. Он по самым местам жил, кого там было по ногам переезжать? Слушай, да. Ты Игоря так посерьезнее, я вижу, переехала. Ну, в итоге, я тогда, они приехали тоже, вот Гера приехал тогда с командой, с альбомом «Октябрь 10», и они приехали. И они первый концерт давали в Победе. И я зашел, я сел, я обратно через призму смотрел. И ну, то, что у меня, так как я, ну, мой был девиз, когда я был в Халдейском уле, секс, наркотики и рок-н-ролл, то я все смотрел через призму. И когда эта призма, я обратно смотрю, Гера начинает, и эта песня, я не помню, как же, она первая там даже в альбоме. Что это любовь, там как-то оно идет. И вот то, в итоге я смотрел, думаю, а как ДДТ, крутяк! Ну, а неужели, я как бы, неужели такая христианская музыка, разве так можно? Ну, можно так играть, ну знаете как, религия же давила, как бы, но это должно быть. А тут смотрю, рок валят, вообще крутяк. И меня это коснулось, что я потом, они давали еще второй концерт на университетском метро, там, в каком-то заведении учебном. И я тоже пришел, и на костылях пришел туда. И мне там давали, я очень загорелся. А уже на третьей точке это меня достал уже дядя Влад Канашин. И я пережил, я сказал, Господь, вот я тем не менее. И я начал ездить тогда первые, это колонии детские, до девочек я ездил, потом чуть взрослый, потом на миссию. Ну и потом так, вот я здесь, здравствуйте. Спасибо, Ген. Я знаю, у тебя есть еще одна интересная история, мы потом после песен споем. Ну что, приветствую, Гена Гвоздь. Ну что, добрый вечер! Вот столько просилось людей, мне столько писали, платно, не платно. Я не знаю, туда не можно на сайт зайти, там, знаете. Я говорю, пишите все ваши пули. Ну и я бы хотел, вот мы разговаривали, чтобы, знаете, душа к душе, чтобы можно со сцены разбежаться, раз прыгнуть, и тебя понесли. Знаете, как на рок-концерте? Ну, дождь немножко подсбил. Я попробую сидя, конечно, я буду потанцевать, но попробую сидя. Сейчас Саша настроит. Вот Саша, он мой земляк. Он и Гера наш земляк, он с тех тоже краев. Ну как бы он показал нам одну штуку. Он тоже у нас земляк. Неужели, блядь, в городе Панка, а я жил в городе Панка.
А тусили мы вместе. Ну, да. Я помню их книгу «Рад Сердонец», когда у нас там сделали сейшн, и сейшн был, приехали даже из Москвы команды, с Питера, ну там мы когда. И когда собрался их город, они ну реально такие. Вы не представляете, у нас человек 200 с чем-то, они гнали. Мы с парка бежали пешком, с ирокезами. Ну, я вот, вот у меня две дыры тут было. Нас гнали, ну я дал нормально. Гена, время, хорошо. Гена. Я время. Время, еще много. Хорошо, много. Время. Освещаешь мой путь в небе.
здесь наша любовь зажигает потухшие сердца. Нет света, нет счастья, нет любви, огня. Гори, звезда моя, ты любовь моя, звезда, неси меня на крылья любви туда. Светит солнце, живет мечта, и художник рисует луч огня для тебя, для меня. Рисует луч огня для тебя, для меня. Прики меня, звезда моя, там, где течет молоко. Еще раз аплодисменты Гена Гвоздь. Ген, и пока сейчас будут настраиваться другие группы, я знаю, что у тебя есть любимая... У меня кто-то есть. У тебя есть любимая песня Геры. Я думаю, в зале тоже многие знают эту песню и смогут подхватить, чтобы мы все вместе сейчас пели. А ты можешь без микрофончика, пока ребята будут настраиваться? Голоса у тебя хватит, я не сомневаюсь. А, да я думал, я включи гитару, и уже подключала следующая команда. А ты, как всегда, ори. Сюда приезжаешь и просто, кстати, монитор. Мы, знаете, мы с этой песней куда не приезжали. Вот Сашенька, вот она сидит. Мы только начинали петь «Солдаты Блак». Все, понятно. Все, ори. Давай. Попробуем. Я видел войну, края земли. Песок поросший вес со слезами собак. И ветка мазы постоянно будет сон. Но нелегко найти тропу за множество
широких дорог Бог придет, когда надежды нету. Бог придет, когда печаль сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет и скажет: я люблю тебя, я люблю тебя. В ночной тишине, если примерно чья-то боль, прохожих глаза прячут страх, ищут покой. Сомнения и гордость отвели людей от колодца. Но я знаю вкус воды, но что с ледяной водой зовется. Бог придет, когда надежды нету. Бог придет, когда печаль сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет и скажет: я люблю тебя. Яна, а кого ты любишь? Барабанщика? Спасибо. От спонсором данного видео является канал Владимир Гриценюк. Песни, стихи, концерты, проповеди, опросы, интервью и мысли самого автора канала вы сможете найти, перейдя по ссылке, которая размещена под видео. Поехали. Да, подходишь, подходишь. Спасибо. Еще раз аплодисменты Гере и встречаем Андрея Мажиева. Классно мы сидим, ребята, такая атмосфера вообще супер, конечно. Я просто получаю неимоверное удовольствие. Да, мы тоже споем свои 5 копеек. Вот. Наш мир, да, он весь лежит в контрастах. Добро, зло, вот, свет, тьма. Черное, белое, там, удачи, неудачи, радость, горе, слез. Короче, кругом сплошные контрасты. Вот. Но, тем не менее, наша жизнь, она замечательная. И слава Богу нашему за то, что мы, как пел уже наш дорогой друг, что мы в его руке, и он нас любит, и это самое классное. Я знаю, у кого смертную найти. Наша жизнь состоит из того.
пляже, другой на плацу в сапогах. Один думает, что он ковбой, другой на голову себе сыпет пепелый прах. На шаже остальные контрасты, тем не менее она так прекрасна. А если видишь ты ее черно-белой, я знаю, кого светлую найти. Наша жизнь состоит. Божью любовь, когда мы переживаем то, что Он для нас сделал, это всегда сопутствует, этому всегда сопутствует, непередаваемые вещи, эмоции, слезы и понимание того, что без Него мы вообще ноль. Слава Богу, что Он нас нашел, что Он сделал нас всех из ничего, сделал чем-то. Слава Иисусу! Thank you.
сила отвержения, боль разлуки, море крови, дождь в руки умирала, воскресала, никогда не переставала любовь. А я интересные истории есть. А, самая твоя любимая история, я знаю про Бутусова. Сидели за одной партой. Да, ну да. Так, тут пока. А, на самом деле это легендарный человек. Кто знает Бутусова? Конечно, все. Все. А, скажи, пожалуйста, свою историю, связанную с Бутусовым, Андрей, которую ты везде рассказываешь. Интересно. Нет, просто мы с ним дружили, учились 8-9 класс в Екатеринбурге, вот, и как бы, ну, я просто всегда, мое окружение были либо музыканты, либо хулиганы, вот.
И ну, я тогда к музыке отношения только слушал, в общем-то, музыку. И мама у меня музыкант профессиональный, но я не играл, не пел. И, ну, вот так вот вращался именно в музыкальной среде. Вот, ну, и как бы вот. Ты же тоже вот с конца 90-х, с 2000-х, у тебя группа еще когда была. Расскажи чуть об этой истории, что тебя вдохновило. В 94-м году я покаялся. Вот, и сразу же пастор говорит, где бы ты хотел себе видеть? Я говорю, я хочу петь. И я начал петь. Вот, петь оно пошло сразу же. Потом был библейский колледж, в общем, после него я там уже начал потихоньку играть. И мы познакомились с другом Толик Сорока есть. И у нас был такой проект «Мост» был. Акустический проект «Мост», две гитары, потом была группа «Мост», потом я ушел, и была там, и у них своя уже тусня такая была, группа «Мост». Ну, в общем, как бы нормально, вот так вот и что еще? Ну, ты считаешь, живая еще христианская музыка, или только на вас уже держится, тем, кому за 40? Нет, у меня есть субъективное откровение, не существует понятия христианская музыка и нехристианская музыка, точно так же, как не существует понятия христианский стакан и нехристианский стакан. Вот. Просто существует музыка, которую играют верующие люди, то есть чем сосуд наполнен, то из него идет. И есть музыка, которую играют светские люди. В общем-то, и то, и другое имеет место быть. Вот. И я больше как бы двигаюсь в социум, у меня более социум музыка такая, но и не только, и прославление, и поклонение есть. Спасибо, еще раз аплодисменты. А я представляю следующего исполнителя, Варежников Андрей. Давайте вам дадим. Всем. Я просил, чтобы я что-то сказал, знаю ли я Дружков, Нигеру. Ну, я один раз видел их, когда они приезжали где-то в конце 90-х годов к нам в церковь, в Калюжному. Они тогда были молодые, я тоже был моложе. Понравились они мне, группа. Ну, как бы я не был слушателем большим, так что ничего не могу сказать. Но ребята хорошие. На улице Белой я жил дорогой юности, там воздухом беспечности дышал я с ранних лет. Там магазина глупости на выбор суеверия и без ограничений. В киосках свежий бред и без ограничений. В киосках свежий бред. Улица неверия, юности моей. Ох, принес потери, когда жил моим. На улице неверия растут деревья гордость, и бьют фонтаны зависти, и ненависть ведет. И в переулке порости простая бухгалтерия, где жадно всем желающим подарки раздает. Где жадно всем желающим подарки раздает. Улица неверия, юности моей. Принес потери я, когда жил на них. На улице неверия, гостиница депрессия, трамвай безысходность, между нею и дна. Кинотеатр пошлости, салон и лицемерия, и всюду лишь два воздуха, ничто, и никогда, и всюду лишь два воздуха, ничто, и никогда. Улица неверия, юности моей, Бог принес потеря, когда жил на ней. На улице не
Я жил только юность, там воздух беспечности дышал я с ранних лет, там магазина глупости на улице и верия, и без ограничений, в киосках свежий бред, и без ограничений, в киосках свежий бред. Улица неверия, юности моей, и нес потери я, когда жил на ней. Улица неверия, юности моей, Бог, и нес потери я, когда жил на ней. Не стоит ждать болезни и старость, лишь с Богом встречу стоит ждать. А если знать, последней осенью восход, молитва утренняя льется, но что-то странно сердце бьется, то за 3000, то замрет. Оставь, зачем шаги считать, давай смотреть на вещи шире, там, кто с Богом в этом мире, не страшно жить и умирать. А если знать, а если знать, последней осени восход, дорога к храму лето вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верой живет. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось, ничем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать, а если бы знать, а если бы знать. Слава Иисусу! Спонсором данного видео является канал Владимир Гриценюк. Песни, стихи, концерты, проповеди, опросы, интервью и мысли самого автора канала вы сможете найти, перейдя по ссылке, которая размещена под видео. Поехали! И сейчас перед нами Стасик Водолечебница. Кто-то помнит такую группу Водолечебница? Стасик! Сейчас Стасик выглядит так по-доброму, уже седая борода такая. А раньше, я помню, он на сцене такое вытворял, что даже пену изо рта пускал. Просто пар шоу. Я знаю легендарную историю, связанную с Стасиком. Есть еще такая группа «Лейкопластырь». Кто помнит это? У него есть песня «А я в небо ухожу». И вот, Стасик, дальше продолжишь эту историю? Представьте, это конец 90-х или 2000-е? 99-й год, тогда еще христианскую музыку, рок-панк принимали в очень редких церквях. Тогда это еще было все под запретом. И тут начинается рок, а я в небо ухожу, и Стасик выхвачивает где-то лестницу, он ставит эту лестницу на сцену, и там собралась куча панк каких-то ребят, и все полезли на эту лестницу вверх. После этого молодежного пастыря увольняют. Христианские концерты почти пару лет не проводят, все под запретом. И все из-за Стасика. Спасибо, Стас! И сейчас мы послушаем панк в акустическом варианте, да, Стасик? Слушай, а может надо, чтобы тебе кто-то подыграл без репетиции, как настоящий панк? Я знаю, что можно попробовать. Тут самое главное барабаны, чтобы панк. Раз, два, три. Да не, ну по панку, наверное, уже все. Виски седые. Очень несанкционировано все. Из песни.
Спонсором данного видео является канал Владимир Гриценюк. Песни, стихи, концерты, проповеди, опросы, интервью и мысли самого автора канала вы сможете найти, перейдя по ссылке, которая размещена под видео. Поехали! Только дружки Еры, а Ера в конце одну песню свою. Но, надеемся, что нет, у нас вот Владислав Бондарко, давайте дадим тоже аплодисменты. Эту же гитару можно, да? Я знаю, что у тебя тоже много историй, но ты вообще один из самых умнейших людей, который работает на радио, который знает ответы на все вопросы, который перечитал куча книг. И скажи такой вопрос, жив еще христианский рок настоящий? Не знаю. Воистину воскрес! Скажи, пожалуйста, какие тебя группы вдохновляли? Вот конец 90-х, 2000-х? Много чего. Давайте я про Геру расскажу. Где-то в 97-м году они приезжали, вот он говорил, какие-то были... Какое слово ты сказал? Колледжи? Колледжи, да. По институтам он играл. Тогда колледжа еще не было. Да, но, может, были, я не знал просто. Мы в университете, Марьяна, моя жена, училась в университете. Ну, тогда еще... Мы даже не встречались с ней, просто дружили. А вот в университете Тараса Шевченко они выступали, я прекрасно помню. Драгоманова! Драгоманова! Нет. Да, Драгоманова! Нет. Я учился Драгоманова, но я попал в университет. Я тоже в какой-то аудитории. Не было еще университетом! Ну как это не было? Не, он может был не Шевченко, он может был Святого Владимира тогда еще. Значит, «Октябрь 10», любимый альбом мой, заслушанная до дыр кассета, любимая песня, «Не мой крик», и
лунный свет, наверное. И спасибо, Гера, что ты нас собрал. Конечно, правильный ответ — Иисус в глобальном смысле. Да, но в локальном. Хорошо, что ты приехал. Посмотри, какая просто. Марьяна попросила песню, я ее плохо помню, но вы меня простите, тут все свои. Если как лунные воды, невзгоды и непогоды, в небе души твои мрачно, но сердце темно, солнце лучами в печали ворвется, песник свободы, сейчас вспомню аккорды. И не говори, что ничей, ты один из мучений. Эй, друг, не грусти, я дам на тебе. Все Божьи дети, все яркие звезды, святые отцы, святые матери, святые братья, сестры. Ты не один, проходящий долинами смерти и плача. Нет, ты не один, вслед за солнцем пустившийся в путь. Рядом с тобой те, кому этот путь, как тебе, небо был предназначен. Вместе с тобой они будут всегда, не забудь. Ты не забудь, не забудь, Бога Боги, не грусти, нет, сия дана тебе. Все Божьи дети, смотри, они все яркие звезды, бу-бу-бу-бу, святые отцы, да, святые матери, святые братья, святые сестры. И пусть умножаются скорби бегущего к Богу чужого, а я не возлию их возлияний и помянули имен. Блудные дочери и сыновья возвращаются к отчему дому. В их глазах радость, в сердце любовь, а в их устах крик: я спасен, я прощу. Не грусти, свята на тебе. Все Божьи дети, они все яркие звезды. Бу-бу-бу-бу-бу, святые отцы, святые матери, святые братья, святые сестры. Святые матери, святые братья, святые сестры. Я знаю, мне одному только кажется, чем дальше, тем больше аплодисментов идет. У нас аплодисменты. Я думаю, подготовлено. Уже надо не только хлопать, а танцевать. Итак, кто в первом ряду, кто танцует? Женя, скажи, ты с каких годов? С новых или тоже со старых? Я понял. Это уже вопрос сложный. Ты, наверное, не понял, что такое новые года.
Скажи, твои любимые вот исполнители, на которых ты рос, которые вдохновляли тебя? Нет, я сам в этом слышал. Ну, Шапотинский был один из них? Слушай, вот я не знаю, я попался. Вот Таня Игнатьева была с Родненского, если кто-то помнит ее. Вот. А вот все остальные, вот это мы потом пришли к Богу вместе. Да. А первую песню я сыграл, кстати, в «Машину времени», когда мне было 13 или 12 лет. Да. Слушайте, хочу спеть вам песенку. Знаете, потрясающая компания собралась сегодня здесь. Песню, чтобы мы не теряли мечту свою. И я спою, первый куплет будет про Баха. Потом Томас Эдисон, да. Том Кинг у нас. Мартин Лютер Кинг. И всех, да, и всех вдохновил один парень, которому было 33 года. Вот, они все были просто взорваны мечтой. Они что-то делали особенное. И пусть Бог благословит всех нас, сколько бы нам ни было лет, продолжать трубиться, служить. Я недавно своей доте говорю: «Дотя, что там?» Она меня начала критиковать. И меня это взорвало ужасно. Я взял первое, что у меня было под рукой, не бойтесь, это была ручка. Я сказал: «На, дорогая, я просто передаю тебе помазание, чтобы вы продолжали петь, чтобы ты эту ручку передала своим детям, чтобы они прославляли Бога, чтобы они знали дорогу к праву. А нам, дай Бог, знаете, всем мечтать, стремиться к чему-то особенному, чтобы нам не было лет. Наша жизнь, как рояльная клавиатура, не белого больше, а черная надо. Бемоль из диез, черный ноль, но гармония с ними необычно прекрасна. Они весьма хороши. Для нашей души. Мерси вам, маэстро, Бога искать. За эти прекрасные черные ноты, не к вечности запах раскрыт и всю их, и тысячи тихих и громких балладок. Они весьма хороши. Для нашей души. Наша жизнь наполняется радостью светом, в лучине свечей керосиновой лампе. Но как ни крути, это все уже ретро. Мы лишь иногда достаем вентиляторы. Да весьма хороши. Для нашей души. Мы сивом дворец электрической лампы. Вам тоже, наверное, за это досталось. Успех вам принес столько тысячный опыт, но вы подарили нам лампочки в доме. Они весьма хороши. Для нашей души. Без флага свободы не создал Всевышний людей быть рабами. И в городе штата с грузинским названием поднялся один обезбашенный хлопец. Его вдохновил другой классный парень, который за нас положил свою душу. В глазах его истина, свет и свобода, в словах его ясных любви океаны. Thank you.
вокал за серьезного саксофониста Женя Гольцова. Аплодисменты! Итак, Женя, ты тоже из старых зубров? Или ты больше с нового поколения? Он молодой. У нас просто тема сегодня только старые зубры, только крестьянская музыка 90-х, 2000-х. Я молодой, просто не очень. Я понял. Извини, выдал тебя. Так, у тебя свои инструменты все, да? Да. Микрофон тебе надо этот. Всем привет. Или надо было как-то по-духовному сказать вам, по-серьезному. Я очень рад всех видеть, вот смотрю и вот даже взгляд переводить не хочется с каждого. Класс, давно мы не виделись, я смотрю, вы тут напелись, но по-моему вы немножко засиделись. Я вам предлагаю немножко... Я пока проверю. Я предлагаю немножко размяться и танцую. Спонсором данного видео является канал Владимир Гриценюк. Песни, стихи, концерты, проповеди, опросы, интервью и мысли самого автора канала вы сможете найти, перейдя по ссылке, которая размещена под видео. Поехали!